Привет, меня зовут Алиса. Меня зовут Маша. А я Даша. Мы ученицы 8-й гимназии и ходим на занятия к Татьяне Владимировне по-русскому. Мы очень благодарны ей, и нам нравится, что... Что всё. Она все доходчиво и быстро объясняет. Вкусно готовит. У нее великолепные уроки. Мы очень ей благодарны за то, что она помогает нам развиваться. Всем привет! Меня зовут Воронцов Роман, я из города Хабаровск. У Татьяны Владимировны я уже занимаюсь октября 2018 года, и за это время она показала себя как опытный преподаватель. Больше всего мне нравится в ее занятиях, это то, что они непринужденны, и мы в перерывах устраиваем небольшие чаепития. Также мне больше всего нравится в ней то, что она очень рационально использует свое время, и мы с ней занимаемся даже в автобусе. Всем привет, меня зовут Седа, я учусь в 23-м школе, закончила 8-й класс, перешла в 9-й. Я с вами впервые у Татьяны Владимировны. Скажу честно, у нее очень весело. Ребята очень хорошие, очень веселые. Но мне кажется, что уже потом будет очень весело и круто. Всем привет, меня зовут Ким Слава, я из города Хабаровска. Это мое второе занятие у Татьяны Владимировны. Я решил к ней пойти, потому что попробую пробное занятие, и мне там понравилась живая атмосфера. И вот там классно, в общем-то. Привет, меня зовут Саня. Хожу к Татьяне Владимировне уже около года, даже больше, может, даже уже к двум идет время. Живу в городе Хабаровске. Мне очень нравится этот репетитор. Я его ценю как человека. Меня зовут Елена Микаэл. Я учусь в 16-й школе. Родился в Армении, тут в Хабаровске уже 2 года, и начал к Татьяне Владимировне ходить где-то 4 или 3 месяца назад. Я, наверное, буду дальше ходить, и самый хороший момент был, я помню, когда мы сидели, вот я и еще и 2 мальчика, Саша и Рома, когда мы сидели и думали над одной задание, и мы наконец-то могли это решать и правильный ответ дали. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я уже 1.5 года занимаюсь у моего преподавателя по русскому языку Татьяны Владимировны. Вот это дерево, там живет леший. А в итоге я хочу рассказать, что самый запоминающий момент на этих занятиях был, конечно же, то, как она научила меня вести свои личные дела, то есть различные ежедневники, различные справочники, различные конспекты. То, как она показала, как правильно это все заполнять и делать. Спасибо. Всем привет! Мы бывшие ученицы 9 класса Б. Окончили гимназию номер 8. В 5 классе к нам пришла классный руководитель Романова Татьяна Владимировна. Она пришла, сразу показалась с первых дней себя как очень позитивный и жизнерадостный человек. Она к нам пришла, сказала, что будет у нас недолго. Но мы очень расстроились. Мы ее уговаривали, чтобы она была с нами. И она с нами осталась почти до самого конца. Вот. Татьяна Владимировна, когда пришла, она сразу много про себя начала рассказывать истории. На каждом уроке почти она выделяла время, рассказывала о своей жизни, про свой бизнес, вообще рассказывала про себя. Она нам сказала, что она очень любит синий цвет. И я помню, писала сочинение первый раз в 5 класс, и там я рассказывала про Татьяну Владимировну и вот про ее синий цвет. И всегда старалась ей дарить синие цветы. А я на 1 сентября, не зная, какой цвет любит наш классный руководитель, подарила ей синие цветы. Да. Вот мы закончили 9 класс. Мы очень благодарны. Очень благодарны этому учителю. Хоть так сложилось то, что мы редко очень видимся, но все равно мы ее очень-очень любим. Она очень гостеприимная, постоянно нас зовет в гости. Мы очень любим к ней ходить, пить с ней чай, разговаривать. Мы с ней можем на любые темы поговорить. Она нам как вторая мама. Вот, мы ее очень сильно любим и очень хотим продолжать с ней общение.